Как разводить корневин? Уважаемые друзья, у меня был ролик на канале «Как разводить корневин». При этом он был чисто теоретически, я рассказывал. Я беру всегда вот такой корневин. Довольно-таки хороший, проверенный уже. Беру в одном и том же интернет-магазине. Это Nest M магазин, вбейте поисковик Nest M. То есть и вы узнаете, и увидите там, можете там заказать его. Это одно. Второе, хочу рассказать о свойствах его. Свойства его очень простые. Там масляная кислота, понимаете. Там много корнеобразователей, которые дают по 3 кислоты, которые корни образуют. Но я пользуюсь им. Я им пользуюсь на протяжении уже 10 лет. И как бы он мне подходит, я проблем с ним не вижу больших. Во-первых, он сидящий. Им можно заливать хоть каждый день. Ну, как говорится, кашу маслом не испортишь. Но я это делаю через каждые 10 дней. И это все довольно-таки прекрасно работает. Так, ну мы будем разводить на вот такую лейку. Вот такую лейку. Сейчас я сниму камеру, и мы с вами посмотрим. Ну, для того, чтобы его развести, надо просто взять, обрезать. Ну, соответственно. Что не говорите, это химия, поэтому это делать лучше в перчатках. Не так, как я. Как говорится, не повторяйте за мной. Ну, теперь сейчас будем набирать воды. Вода должна быть отстойная. Должна быть теплая, в принципе. Перед поливом, после разведения корневина, надо будет постоять ему минут 5-10. Ну, а теперь берем камеру и идем. Сейчас, секундочку, я возьму. Так, корневин мы высыпали. Можно видеть там внутри. Видно, да? Внутри корневин у нас. Теперь мы берем танк. Отсоединяем морковку. И вода пошла. Чуть-чуть налили, чуть-чуть, он уже видно пенится там, чуть-чуть налили, и видно там пену, чуть-чуть налили, теперь берем, взбалтываем, вот видно, что там пена стоит, лучше показать. Ну а теперь берем и доливаем до конца. Сейчас я опять воду сниму. Вода теплая. Чем больше струя, тем больше она будет, он будет пениться. Поэтому как можно меньше струю делать. Водица теплая, отстойная. И запомните, конечно, это делается после, на третий день после посадки, потом еще через 10 дней. То есть мы посадили, поливаем простой водой. Ну вот и все, в принципе. Вот пена, вы видите пена, да? Сейчас я закрою. Ну, можно подождать, пока она осядет. Она такая
он такой становится, и подождать минут 5-10. Ну, я ждать не буду, потому что никогда этого не делаю. Я разболтал его довольно-таки. Сейчас погода теплая. И будем поливать пихту. Сейчас, секундочку. Пихту, которую мы рассадили с вами. Одна лейка на 1 квадратный метр. Ну там я просто уже полил. Ну, так поверх можно, не стесняясь. То есть нормально все поливается. Вот так залили все. Довольно прекрасно. Вот теперь смотрите, еще один момент такой, когда вы ее польете, то есть вам после этого сутки не надо будет поливать. То есть сегодня полили, может быть, завтра даже не надо поливать, а послезавтра уже полейте, если там не будет дождя или чего-нибудь такого. То есть дайте корневину поработать. Любой корнеобразователь надо дать, подождать ему, чтобы он поработал. Вот так, может быть, это кому-то видео будет неинтересно, но уже все знают. Но вопросы мне поступают до сих пор, и поэтому я решил снять. Ничем другим мы не удобряем, мы даем заработать растению в корневой системе. Корневая система начинает работать, и мы уже потом идет просто полив. Так можно сделать еще раз через 10 дней. И еще 3 раза, как бы сейчас у нас начало июня. То есть полить корневином до июля можно еще 3 раза. Корневая будет тогда мощная, хорошая и красивая.